Иннопроба в этом ключе является некоторым таким инструментом пиара территорий. То, что происходит с Екатеринбургом в последние полтора десятилетия, даже, наверное, последние десятилетия, можно назвать не столько сменой отраслевой специализации, сколько, наверное, реиндустриализацией старопромышленного региона. То есть, если мы посмотрим конкретно на город Екатеринбург, я думаю, что за 20 лет очень сильно эта отраслевая структура не поменялась. Наверное, действительно, мы изменились в плане того, что изменилась вся экономика страны. Многие отрасли, которые раньше не бывали никогда рыночными, сегодня становятся рыночными. Да? То есть там, мы перестаем там, сажать картошку, мы начинаем чаще ходить на базар. Вот. И в этом ключе Иннопром, который привлекает сюда большое количество туристов, посетителей вообще, он является еще инструментом продвижения интересов, скажем, сферы услуг, сферы гостиничного бизнеса, сферы транспорта и так далее. Это тоже хорошо. То есть в этом плане позитивный момент, наверное, будет такой же, как вот все знают, что в Париже раз в два года под Парижем в Ле-Бурже проходит авиационная выставка. Да, то есть Париж таким образом получает имидж там около авиационной столицы. Там Фарнборо в Великобритании тоже раз в два года проходит выставка. И примерно вот к такому же имиджу Екатеринбурга мы идем в мировую экономику. Это хорошо. Потому что как индустриальная страница, столица России, Екатеринбург, наверное, имеет лучшие шансы, чем какой бы то ни было другой город страны.